Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. Сегодня представляем вашему вниманию одушку крапивы. Одушка и ароматизатор – эти два термина мы слышим постоянно. По данным американских социологов, более 70% женского населения выбирает себе косметическое средство не только по его составам, но и по аромату. Женщине важно, чтобы косметика была ей приятна и комфортна на уровне обоняния. В этом вопросе нам помогают косметические одушки. Одушка производится на специализированном оборудовании из натуральных эфирных масел, экстрактов цветов и растений. Некоторые имеют животное происхождение. Их делают из амбры и мускуса. Сегодня ни один косметический препарат не выпускается без определенного аромата. Применение одушка крапива таково. Для элитной косметики создаются эксклюзивные ароматы, которые поднимают продажи вашего препарата. Одушки для шампуней и гелей для душа пользуются популярностью не только на Украине. Вся косметическая продукция производится с ароматами наших отдушек. Косметика ручной работы, мыловарение применяют их в своих чудодейственных препаратах. Кремы, маски, бомбочки для ванной, мыловарение, гели, шампуни, кондиционеры, уктаны, сыворотки, детская косметика, кремы для загара. Все это многое другое не получилось бы без натуральной отдушки. Для тех, кто варит мыло с нуля, очень важен натуральный аромат. Вот такой бутылочки. Мы отправляем одушку крапива нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!